1383 человека, привлеченных к уголовной ответственности, из которых 258 – за тяжкие преступления. Таков результат работы МУ МВД Балаковская за 2016 год. В ежегодном отчете много было сказано о том, что по различным видам преступлений идет снижение показателей. Делались акценты на особо важных направлениях работы. Так, за минувший год было выявлено почти 100 водителей, которые повторно сели за руль в алкогольном опьянении. В 2016 году было пресечено более 23 тысяч нарушений правил дорожного движения. Из них 712 – за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а 919 – за превышение скорости, около 1000 нарушений, допущенных пешеходами. В результате проведенной работы снизилось как число ДТП, так и количество погибших в результате аварий. Но, несмотря на положительную динамику в работе межмуниципального управления, были отмечены и минусы. Прокуратура выявила почти 150 уголовных дел, не поставленных на учет, которые после прокурорских проверок все-таки были учтены. Почему на сегодняшний день межмуниципальное управление Балаковское находится на 10-м ранге, хотя могли находиться уже на 4-м. Это крупное управление. Саратов, Энгельс и Балаково – это три такие, можно сказать, монстра, которые влияют в целом на криминогенную обстановку в области. Поэтому укрытие преступления – это вообще вопиющий факт. Оно должно быть исключено из практики.